Речь на встрече с журналистами шла о транспортной логистике на время матча. Мы рекомендуем, чтобы планировали время таким образом, чтобы прибыть заблаговременно на стадион. Ориентировочно мы называем 3 часа. Почему заранее еще? Потому что будет также тестироваться и так называемые зоны контроля болельщиков. Вот, мы будем получать первый опыт, да, по конкретному стадиону, насколько долго это будет происходить. Власти города рекомендуют гостям футбольного праздника сделать выбор в пользу общественного транспорта, автобусов и электричек. Так, в день матча автобусы до Олимпийского парка будут ходить с интервалом всего в 5-6 минут, а последний отъедет из парка в час ночи. Будет увеличено до 14 пар и количество ласточек. Помогать ориентироваться на территории парка болельщикам будут волонтеры, около 300 на улице, еще 200 внутри стадиона. Ну а личный автомобиль, отмечают организаторы, может доставить только лишь хлопот его владельцу. Количество парковок ограничено. В усиленном режиме будут работать эвакуаторы. Что касается матча, он начнется в 19 часов, а до него пройдет небольшая церемония открытия стадиона «Фишт», который с 28 марта станет футбольным.